два основных отличия. Первое, что эта премия рассчитана на самый широкий круг авторов и профессиональных, и, скажем так, начинающих. И второе, что эта сама премия, она объединяет очень емкую тему. Она не специализируется на какой-то отдельной тематике. Природа или военная тема, или лирика. Само название «Наследие», оно объединяет очень многообразие тем, которые позволяют привлечь очень и вызывают интерес большого количества авторов. Вот эти два основных отличия. Выросло мастерство авторов, то есть появились зрелые, серьезные очень авторы, которые, как сегодня вот многие выступающие отмечали, из этих, скажем так, небольших звездочек могут действительно вспыхнуть очень серьезные звезды, яркие звезды на литературном небосводе России.